20 июля в Ильском городском поселении прошел сход граждан. В нем приняли участие заместители главы администрации, председатель районного совета Владимир Захарченко, руководители служб и жители. О результатах работы за первое полугодие 2021 года отчитался глава поселения Николай Головко. Он доложил об основных направлениях работы, а также о первостепенных задачах, стоящих перед поселением. Несмотря на сложившуюся неблагоприятную ситуацию, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, выполняются все социальные обязательства. Последовательно решаются проблемы благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства. Выполняется план налоговых и неналоговых доходов. На встрече прозвучало большое количество спасибо от жителей. Люди благодарили местную администрацию за помощь в решении разных вопросов и качественную работу. Спасибо за помощь, которую вы оказываете всей Дербенке. И, конечно же, самому, наверное, хлопотливому месту в Дербенке, нашему ФАПу. Большое вам спасибо. Благодаря вам у нас есть водичка, у нас есть тепло, у нас есть, теперь, слава Богу, прохладно. То есть появился кондиционер. Большое спасибо вам за помощь, которую вы нам оказываете. Хочу сказать, что за эти 10 лет действительно поселок преобразился. Действительно появились дороги, остановки. Несмотря на это, в поселении все еще остаются нерешенные проблемы. Больше всего граждан волновало состояние дорог и пробки в поселке Ильский. Также жители интересовали такие вопросы, как электро- и водоснабжение, качество медицинского обслуживания. На каждое обращение представители местной и районной власти дали ответ. Следующий сход граждан пройдет в Григорьевском сельском поселении 22 июля.